Здравствуйте, дорогие скорпионы, скорпиончики, девочки, мальчики, мужчины и женщины. С вами Александра и собачки. Я сделала, видите, я нашла собачку. Как Lucky Charm, как для удач. Мы сегодня сделаем расклад на отношения на апрель месяц. Если вы смотрите в конце апреля, то может быть 6 недель приблизительно от этого момента, когда вы смотрите, он будет работать. Я думаю, что не каждому он может подойти, потому что обычно сообщения получают люди, которым они нужны. И не обижайтесь на нас, пожалуйста, если это не ваша история, потому что мы будем стараться делать больше раскладов, и мы надеемся, что вы попадете на свою. Или ищите еще кого-то. На YouTube много-много хороших специалистов. А если вам нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь к нам. Я оставлю все свои координаты внизу под этим видео, и мы начнем. Расклад будет Кельтский крест, в нем будет 10 позиций, все карты будут прямые. Я вам сначала быстренько их разложу, озвучу, и потом мы будем подробнее смотреть. В центре событий тройка жезлов, мешает, пересекает или помогает. Паж мечей, двойка пентаклей в сознании, туз жезлов в подсознании, очень много энергии, которая накопилась у вас, вдохновение. Ну вот, после, что было в ближайшем прошлом, повешенный. То есть, конечно, энергия накопилась. Она уже, говорят, pent up energy, когда она накопилась. И вот уже маг может ее использовать в ближайшем будущем. Стоит карта мага. Вы себя видите, восьмерка жезлов. Вы уже готовы двигаться совершенно точно. Вы себя видите в движении, уже в полете. Может быть, вы уже куда-то даже едете. Или отправляетесь, или планируете, потому что вы уже в полете. Окружающая среда вас видит как девятку пентаклей. Это такого желанного, независимого человека, который не в отношениях. То есть очень многие вас видят, как будто вы свободны и ни от кого не зависите. То есть так окружающая среда на вас смотрит. Нравится вам это или нет, они видят вас состоятельным, состоявшимся, а вы... По страхе и опасения пятерка пентаклей, да? Пятерка пентаклей — это как страхи. Страхи остаться, может быть, одному даже. Страхи остаться непонятым. Страхи остаться, может быть, даже и без отношений. То есть противоречиво. А последняя карта, что может случиться и какой возможный исход? Восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей — прекрасная карта. Итак, что же у нас здесь происходит? Человек в отношениях, возможно, и с двумя людьми, потому что одного он оставил позади, вот жезл у него позади. Другого, по-моему, он держит в руках и еще на третьего смотрит. Такая ситуация в отношениях. Очень любопытный этот человек. Или, возможно, информация какая-то пришла о измене, о, может быть, даже просто... Знаете, не то, чтобы измена, а, может быть, флирт какой-то, потому что здесь нет таких старших арканов здесь, вот прямо сейчас, в данной ситуации. Потому что в голове-то лежит вопрос вот такой, то есть вы сами-то, может быть, еще и не решили. Может быть, и вам это и даже на руку. Может быть, это вы сами вызываете челленджи, знаете, этого человека, то есть вызываете его на разговор или на какие-то
выяснение отношений, потому что вот у вас в голове двойка пентаклей, а двойка пентаклей в голове говорит о том, что ну, у вас бурные такие отношения, ну не то что жизни и смерти. Вот он доволен, молодой человек, да, стоит и балансирует этими пентаклями, ну пока как бы ему много не нужно, и он много и не требует, вот так я бы сказала. Вон, он не возражает сражаться, рискнуть. Видите, у него корабль ветреный такой. То есть, может быть, и человек немножко ветреный. Отношения, может быть, такие ветреные, поэтому они не очень серьезные. То есть, дорогие мои скорпиончики, это для тех, у кого отношения не очень серьезные, прямо вам скажу. Может быть, вы долго засиделись в покое, и поэтому вы торопитесь вступить в отношения, но какие-то они не очень серьезные. То есть они не несут ничего пока для вас. То есть, может быть, вам и хочется быстро, да, потому что, смотрите, вот вы вступаете, вы закидываете свои сети, да, вот ваш кораблик там бурлит, вы не боитесь, может быть, успешно так это лавируете между двумя партнерами, а то и тремя, может быть, четырьмя, но это ничего страшного, потому что здесь не выглядит, что здесь отношения такие серьезные, задействовали двух совершенно серьезных людей, нет, здесь отношения такие новые и ну, такие неглубокие, я бы сказала, да? Неглубокий. Это же все-таки тройка. Тройка старается двигаться вперед. Вот она одну палочку оставляет, другую вперед, третью. И правильно, потому что только в этом ситуации, в этой ситуации вы найдете себя и партнера для себя. Потому что, например, жить вот так в подвешенном состоянии не очень хорошо. Но это может быть и как раз очень приятная ситуация для вас, потому что вы много обдумали, вы посмотрели на вопросы с другой стороны, вы решили что-то для себя, потому что у вас, может быть, озарение даже пришло в чем-то. Почему я так говорю? Потому что вот это же вдохновение, вот это вдохновение поменять свою жизнь, ну, потому что весна, наверное, видите, что растет и цветет здесь все, да? То есть палочка такая цветущая. Ну, туз Жезлов говорит о высокой сексуальности, то есть он говорит о высокой активности, высоком энергетическом уровне человека, то есть вы готовы и вас хватает на все, на 3, на 4, на 5, и вон то, может быть, это у вас в голове. А здесь вы, наверное, может быть, должны будете, ну правильно, это же нелегко держать 3 или 4 отношения, текст или имейл или еще что-то с 5 человеками, то есть вы распыляетесь довольно-таки значительно, потому что энергии у вас очень-очень-очень много. Вот она. Вы запускаете свои стрелы в разных направлениях. Скорпионы, дорогие, будьте осторожны, потому что вот этот человек иногда может быть источник сплетен, источник неправды, источник проблем каких-то, знаете, обмана может быть. То есть будьте осторожны с этим. Так, в ближайшем будущем у нас, по-моему, неплохая карта была, да? Смотрите. То есть в ближайшем будущем вы выйдете, конечно, победителем из всех ситуаций. То есть вы, наверное, определитесь, и вы, наверное, выберете все-таки, что же, кого вам нужно, и с кем вам связать этот месяц, апрель, отношения. Потому что это, конечно, недолгие отношения, ребята. Это, может быть, вы даже вышли из какого-то застоя, то есть, может быть, вы развелись даже или разошлись с человеком, и у вас был период застоя, но теперь вы достойны движения, потому что вот у вас накопилась эта энергия всякая, всякая энергия жезлов. Творить, создавать, не знаю, осеменять... Маг может. Он может, он будет все делать, что в его силах, чтобы двигаться вперед, и он вам будет помогать. Это наше сознание, поэтому вы будете в полном сознании, а не в бессознании действовать, да? Вы будете четко видеть, куда, с кем, когда, сколько, кому что давать. И окружающая среда, ну так она и реагирует на вас, посмотрите. Она так и видит вас активным человеком, который, в общем-то, не цепляется за кого-то одного, который и сам по себе хорош. То есть это человек, который, если он в отношениях, то он
ведет себя достойно, он не, ну, я не знаю, не унижается, не требует, не просит ничего, потому что он сам по себе хорош, он хорошо себя чувствует там, где он есть. Когда у него чего-то нет, ему хорошо, и когда у него есть что-то, ему тоже хорошо. То есть он прекрасно балансирует вот так, и у него есть на это энергия, и желание, и знание, и он это будет делать, потому что такой месяц апрель пришел активный. И так вас видят. Вас видят как одинок, вас видят как, в общем-то, свободного человека. Но так вы и хотите, наверное, потому что если у вас одно на отношение за другим происходит, то вы должны выглядеть свободно. То есть вы показываете правильную, я думаю, свою внешность в окружающую среду, так она вас и видит. Вот эта карта говорит о ваших целях главных и задачах, и, может быть, опасениях. Смотрите, это пятерка, да? Это человек, который был поранен. То есть ваша цель и задача, возможно, не наступить на те же самые грабли, на которых вы были до этого. То есть вы немножко осторожничаете в серьезности отношений. Поэтому у вас отношения сейчас легкие. Тройки, двойки и пажи — это очень легкие отношения. И они иногда даже, вот пока на таком даже и устном и коммуникативном уровне, да, потому что вы боитесь человека или любого другого пускать внутрь к себе поближе. Но вы скорпионы, вам же нужно вот так. Вы только можете оценить человека, когда вы с ним вот что, очень близко познакомитесь, на интимном уровне. Ну, может быть, это даже не обязательно секс, но это точно один на один. То есть это не компании, это ничего такое, это каждый человек у вас будет, даже если их 3-5, это будут отношения один на один, это будут очень такие по скорпионии секретные отношения, то есть это будут отношения, которые только между вашим человеком и вами. Вы не очень любите вот таких людей, которые ходят вокруг и разговаривают о том, что у них были с вами отношения, и даже придумывают иногда, вы немножко будете в состоянии защиты. Вот этого вы опасаетесь, мои хорошие. Но здесь карта говорит, что вам нечего опасаться. Вас ждет успех в этом месяце, потому что маг у нас здесь есть. И, возможно, вы даже готовы на то, чтобы работать над серьезными отношениями. Возможно, из тех партнеров, которые у вас сейчас есть большого количества, вам и встретится тот один или та одна, с которой вы будете готовы создавать что-то более серьезное. Этот человек работает, но он делает то же самое, что он и делал раньше. То есть он опирается на свой опыт, видите, да? Маг, он может создать что-то новое, но если он будет делать то же самое, как он делал раньше, какие-то вещи, то он, конечно, получает такой же результат. То есть смотрите и учитесь на своих ошибках, что было раньше, не делайте, если вы не хотите, если они были ошибки какие-то. Правда, вы волнуетесь, и это даже закономерно, потому что это ваши ошибки, это вы ошибаетесь. Или в людях, или какие-то поступки вы совершаете одни и те же, которые вам мешают двигаться вперед в поисках более счастливых отношений, да? Потому что маг, он же не стремится сделать отношения, которые ему не нравятся. Нет, нет, нет. Он стремится сделать отношения, которые ему нравятся, и он может это делать. Вот он прекрасно может. Видите? Только здесь небольшое предостережение. Если вы не хотите получать, что было в прошлом, то посмотрите, не делайте те же самые шаги. Ну, иногда в прошлом было что-то приятное. Тогда, значит, у вас будут хорошие отношения. Возможно, это даже вы сами покинули отношения предыдущие. Ну, здесь, может быть, также карта говорит, что человек вам попадется похожий. Может быть, он будет похож только внешне. Как вы будете строить отношения, зависит от вас. И карта совета нам такая. Растите, выращивайте, взращивайте свои отношения. Вы достойны лучшего. Так здесь говорится. Может быть, вам нужно повысить свою планку, потому что этот человек энергичный. Он уходит за тем,
вперед, к воде, к чувствам, за чем-то, что он хочет сам. Он хочет большего, он знает, что он достоин большего, он не печалится о прошлом. Нет, не печалится совсем. Такой же и совет: не печальтесь о прошлом. Да, двигайтесь вперед и даже в горы, потому что маг, у него есть ресурсы, может все использовать. И двигайтесь, улучшайте своих кандидатов. Видите, в гору двигается человек. Чтобы улучшить свои отношения и чувства в будущем, улучшайте первоисточник, как бы. Улучшайте то, из чего вы выбираете. Улучшайте то, с кем вы начинаете отношения. Потому что у вас удачно все происходит. У вас их много будет. Но вы должны быть, ну, как это сказать по-русски, привередливыми. Вот. Пожалуйста, будьте привередливыми, потому что у вас может быть много отношений, но мы не хотим, чтобы они были такими же печальными, как прошлый опыт, потому что здесь, конечно, карта говорит об этом, да? Не хотите вы, чтобы были они печальными, и все вы для этого сделаете, потому что вы не будете цепляться. Они говорят, не цепляйтесь за то, что ушло, ушло, умерло, умерло, погибло, погибло, до свидания. И идите вперед, дорогие мои скорпионы. С вами была Александра и собачки. Если вам нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда будем рады. Можете писать нам на Viber и WhatsApp, телефон внизу, и наша электронная почта papessa8888@gmail.com. Мы всегда будем рады помочь, сделать вам расклад на отношения или на любые другие проблемы, включая психологические трудности, если они у кого-то есть. Потому что за радостями никто не следит, никто не обсуждает их. Да? Пока-пока!